уважаемые гости, комплексовать, стесняться бросьте, а приготовьтесь поздравлять, и обнимать, и целовать, и на подарки не скупитесь, от всей души повеселитесь. Сегодня, какого-то там декабря 2016 года, мы собрались в чудесной студии, фотокиностудии Сергея Задорина, для того, чтобы почествовать наших самых любимых, милых, очаровательных, ярких именинников. Когда свершилось чудо, и вы явились к нам на свет, на радость нам и людям. Бывают в жизни только раз подобные явления. И от души хотим мы вас поздравить! С днём рождения! Ну а теперь, уважаемые друзья, давайте поздравим наших именинников по-человечески. У вас выпадает сегодня замечательный шанс. Мы находимся в кинофотостудии, поэтому я предлагаю сегодня про наших именинников снять настоящее кино. Самое главное у нас есть, наши потрясающие, милые, очаровательные именинники. Осталось в интерактивном реалити-шоу нас собирать режиссеров, операторов, декораторов, художников по костюмам, художников по свету, каскадеров, актеров первого, второго и главных актеров и снять кино. Ответы по вытянутой руке. Быстрее. Москва-взрывательные. Только надо на О, на букву восхищения, на букву Ф. Опупенные. Опупенные. Ра. Михаватная. Актуальные. А. Актуальность начинается на букву А. Оригинальная. Ра. Агрессия начинается на... Боже, откуда вы? Огромные. Почему бы не? Абрикосы. Абрикос начинается на... Огромные. Ра. Быстрее думаем. Я побеждаю. Одеколонные. Ра. Я побеждаю. Одеколонные. Я сыграю вашим кино главную роль. Арифметические. На А. Океанная, молодец! Осень, конечно, молодец! Ну. Аплодисменты! Наши обзыватели встречаем! Поворачиваемся! Чтобы открыть съемку фильма, надо сделать что? Правильно, перерезать праздничную ленточку. Тот получит главную роль. Первый кадр, первый. Я хлопушка и желаю всем именинникам счастья, здоровья и всего наилучшего. Режиссер занимается тем, что он является руководителем фильма. То есть это тот крайний человек, как паук в центре паутины, он совмещает все виды деятельности. Он не подбирает актеров, но в конечном итоге они приходят к нему. Он, в принципе, не подбирает сценарий, но, тем не менее, как бы все равно последнее слово за ним, поэтому он главный руководитель. Внимание, режиссером будет назначен тот, кто лучше всех водит руками. Музыка! Режиссера, который сейчас претендует получить высшую премию кинематографии и все-таки снять фильм. Две очаровательные девочки. Но самое главное в лучшем режиссере это не то, какой ты, а главное, какую команду, правда, Сергей Задорин, ты подберешь. Внимание, набираем команду, мальчик.
Артем Рябин. Только на тех, кто, на кого можно положиться, которые тебя не подведут. Девочка. Ты понял? Все слушаемся меня. Кирилл, не дай бог ты меня подведешь. С одной стороны, с другой стороны. Да блин. Давай, давай. Леша, это все равно. Именинникам желаю счастья, добра и благополучия в жизни. Госпожа режиссер, этот канат не оборвется? Ха, классная идея! Госпожа режиссер, вы меня ненавидите! Ненавидите! Вы только и ждете, чтобы подойти и плюнуть на мою могилу! Ха, я не люблю стоять в очереди. Сейчас нам необходимо выбрать продюсера. Чем занимается продюсер? Поехали. Продюсирует. Нет, что такое продюсировать? Встречный вопрос. В принципе, он как монтирует фильм. Нет, это монтажер монтирует фильм. Продюсер. Да. Слушай, правильно, оплачивает. Уважаемые друзья, продюсер — это тот человек, который дает деньги на съемку фильма. Опа. Продюсером может быть и режиссер этого фильма, если у него много денег, заработанных на предыдущем фильме. Да, Сергей? Понятно, ну а теперь задание. Как правило, продюсеры не работают одни, они работают в команде. Поэтому мы сейчас очень просто отправляемся на супер-мега-вечеринку проверять свою деловую хватку. О, класс. Когда не прозвучала цифра 3, из игры выбывает, потому что у нас ноги вместе, рука за спиной. Однажды поезд на вокзале мне 3 часа пришлось прождать. Да 3 а было! Да. Леша, продюсер. Я буду сделать! Везет же некоторым. Я продюсер и желаю всем именинникам всего наилучшего. Я рад вам представить новую главную роль для фильма «Красавица и чудовище». Ну, чудовище я вижу, а где красавица? Изобрази разочарование. Я сказал разочарование. Я сказал зачарование. Девушку свою представь без макияжа. Нам нужен оригинальный сценарий, поэтому мы сейчас выбираем, кто же у нас будет сценаристом. Но мало того, что они пишут плохие сценарии, так они еще и букву не знают. Ха-ха. Первый вопрос. Домашний любимец, любящий Вискас. Сникерс,
техническим преимуществом эта телекомпания побеждает счет 1-0. Не бать. Следующий вопрос. Пассажир ракеты. Четвертый дубль первый. Я сценарист. Желаю именинникам счастья, удачи, здоровья, любви. Классно, беру этот сценарий. Ну и что тебе в нем понравилось? Ну так в этом кино будут все заикаться. Наконец-то мой парень назвал меня рыбкой. Ну и как это произошло? Мы ходили в кино про акулу. Нам сейчас необходимо выбрать костюмера. Костюмер — это тот человек, который занимается созданием образов актеров на площадке. Обязательно! После 47-го одни чемоданы. Обтягивающие колготки и короткая юбка хорошо подчеркивают красоту кривых ног. Сейчас модно дырявые джинсы, дырявые колготки, дырявые майки, дырявые рубашки. А когда пойдут в моде дырявые носки? Радуемся! Радуемся! Радуемся!
на столе. Погнали после школы в кино. Ты что? Я после школы в институт, а потом на работу устроюсь. Везет. И аплодисменты. Любимый, а ты меня обещал в кино сводить. Любимый обещал, любимый уже сходил. Захарушка, где лучше кино смотреть, в кинотеатре или дома? В кинотеатре, там хотя бы поцеловаться можно. Так целоваться и дома можно? Нет, дома родители. Итак, сегодня я вас научу отбиваться от пяти негодяев. Первое, стойка. Взгляд. Еще страшнее. Страшнее! Страшнее! Пять негодяев. Моя школа. Крокодила, а Голубев постарается не шевелиться. Фильм, фильм, фильм. Лёша, Лёша, а ты до меня за кем-нибудь ухаживал? Да, за коровами и поросятами. Вау. Фильм, фильм, фильм. Киря, ты где вчера был? Почему в школе тебя не было? В опере я был. Ну как, понравилось? Крутой браузер. Гордей, я не представляю, кем ты станешь. Ты только 10 умеешь считать. Я буду судьей по боксу. Чё такой медленный? Черепашка! Круто! Лёха, а что значит словосочетание видимо, невидимо? Интернет завис! Женька, а ты прочитал «Войну и мир»? А что, прочитать надо было? Да! Блин! А я ее переписал! С днем рождения! И мы идем снимать мультфильм! Мультипликация – это настоящее волшебство. А еще с латинского мультипликация называют аниме. Аниме – это душа. И мы, как настоящие волшебники, наделяем неодушевленные предметы душой. Камера обязательно должна настоять на треногой штуковине. Штативе. Да. Это система стабилизации, потому что если мы будем держать камеру в руке, картинка будет прыгать. Внимание, это смотреть вообще неприятно, особенно в мультипликации. Поэтому любой фон для мультика должен быть прикреплен к столу. Лучше приколочь. Хорошо? Да. Еще, чтобы не нажимать на эту кнопочку, иначе штатив тоже может перемещаться. У нас все заведено в компьютере, там есть программа. Поэтому мы не будем нажимать на фотоаппарат, мы будем прямо на мышку нажимать. Вперед. Тихо. Уйдем снимать.
Внимание, слово кинокомпания будешь ты. Вот от этого краешка, да, мы будем медленно вот так вот тыш-тыш-тыш-тыш-тыш-тыш-тыш продвигать вот это слово. Волшебное, да. Представляет, появится в конце школа. Нет. Да, это такой способ, да, будут такие способы вырывания. Нам же надо... У вас В буковка, да? Да. Я до сих пор не знаю, что это. Дальше у нас будет школа 41 идти с этой стороны, кинокомпания с той стороны. Слово класс пойдет сюда, вышечки, вот, и четверочка сверху. Всем понятно? Ой, по-медленному скажу, двигаем. Двигаем. Подожди, стоп. Так почему в это сюда? Вот надо сначала класс, потом четвертый В. Давай, можно? Раз нажимай. Раз, два, три, четыре, пять. 6, 7, 8. Смотрите, как картинка поменялась. Пум! Представляет. И 41 в ту сторону, а я буду поднимать. Представляет. Следующий кладим. Все остальные меняют, помогают. Лучики меняем. Подальше убрали. Ну и расскажите, как вы их. Милые мои ребята, мы уже, конечно, осенних ребят поздравляли, и поэтому я поздравляю вас всех, присоединяясь ко всем прекрасным словам, которые были сказаны в ваш адрес. Будьте такими, какими вот мы вас видим всегда. Ну и маленькие подарки от нас, от наших ребят и от родителей наших, тем, кто еще не получил эти подарки. Итак, Клюсову Егору. Ура! Маркасовой Марии. Слишком сложное уравнение. И Алексею.